Всем огромный привет, с вами Аркадий Романович. Разбор моих сделок за четверг и за пятницу предыдущей торговой недели. $1150. Нельзя сказать, что было огромное количество возможностей. В четверг все стояло, ничего не было практически интересного. А вот в пятницу сразу после нонфарма появилась хорошая сделка. После нонфарма импульсное движение, параболическое движение. Я обожаю такие сделки. Как только я вижу импульс, особенно если это новостной импульс, или это импульс после какого-то столпотворения, вот здесь была долгая консолидация, или импульс, который в значительной степени по волатильности отличается от того, что было до, я понимаю, что любой первый откат и первый сигнал – это самый вероятный трейд. Это называется правило первого отката, особенно когда это все происходит на волатильность либо после новостного какого-то фактора. Импульс на движение сильно, рынок крайне редко после таких сильных движений восстанавливается на более чем 50%. То есть 50% это тут золотой ориентир. Редко бывает, чтобы 60-70 после сильных движений. Потом да, но после сильного моментума такое случается редко. И вот здесь мы восстановились примерно, ну как раз ближе к 50%. И посмотрите, на абсолютном экстриме появился TCL сигнал. Это самый лучший сигнал, если мы хотим брать экстримы коррекционных движений. Вошел в районе 1402 за тройскую унцию, мои тейк-профиты были 1390.76. Вот здесь главным, на самом деле, моментом в трейдинге является, давайте запишу, внутренний диалог. Какой вы ведете внутренний диалог после профитных или убыточных сделок, потому что так или иначе вы на них реагируете, вы же человек, так же, как и я. Внутренний диалог, он бывает двух видов, деструктивный и конструктивный. Внутренний диалог, который ведет, да, к разрушению, и внутренний диалог, который наоборот ведет к созиданию и дальнейшей гармоничной торговле. Внутренний диалог трейдера, который сам себя разрушает, это диалог сожалений. Давайте запишу. Сожаления. Каким образом, как они выглядят, эти сожаления? Покажу вам. Смотрите, цена прошла, ты здесь взял профит, смотришь, видишь, один лот ты взял, и взял здесь 1100 долларов. Да? И такой думаешь, блин, если бы я взял объем 7 лот, ну каким я торгую, либо 5, блин, если бы я взял 5 на, ну условно, 5 на 10, 5 тысяч долларов, блин, я бы мог 5 раз больше взять, блин, надо было, да, больше здесь брать объем. Угу. Блин, а чё здесь я не вошел? Вроде тоже можно было взять тут. Да, тут и стоп хороший. Понимаете, да? То есть это диалог сожалений, даже если ты заработал деньги. Или же там, когда ты вышел, цена пошла дальше в твою сторону. Блин, я здесь вышел. Можно было еще здесь, ну, взять. Посмотри, здесь еще примерно 30 пунктов, а это еще. Это диалог убыточного трейдера, какая бы у него система ни была, ему ничего не поможет. Он постоянно сожалеет относительно того, что можно было бы, если бы, то тогда я бы так вот сделал. Когда уже понятно, что было у правого края графика. Мышление трейдера, у которого созидательный внутренний диалог, состоит из вероятности и опирается на вероятность. А я говорю, а что если бы я здесь получил лосс? Почему я здесь расстраиваюсь? А что если бы сейчас рынок развил? Как бы я рассуждал? Оп, совершенно все по-другому. Если бы я, цена пошла против меня, я бы торговал объем в 5 лот, это было минус $1500. Вы должны изменить внутренний диалог. И в этом вам очень сильно поможет. Первое, модель мышления, о которой я постоянно говорю, без нее вы никогда не станете зарабатывающим трейдером, называется «если то». Модель, которая является условием, то есть если так, то так, по-другому не может быть, это первое. И вторая модель, важнейшая модель, это «вижу», «вижу», «придаю значение», значит «делаю». Вижу, придаю значение, делаю. И вот здесь самая большая проблема трейдеров на втором этапе, когда речь идет о слове «значит». Я вижу сигнал TCL. Здорово. Я вижу импульс, коррекция. Это техническая сторона трейдинга. То есть вы видите, правда? Дальше, какое вы значение придаете? И чаще всего это значение, исходя из того, как вы сами считаете, а не как вы видите. Вот здесь очень тонкий момент. Как только вы сможете переключиться на то, что вы действительно видите, а не на то, что вам бы хотелось видеть, или на то, что вы думаете, или на то, что вам кажется, либо вы чувствуете, либо вы опираетесь на предыдущие убыточные сделки по этому сигналу, или наоборот, прибыльные сделки по этому сигналу.
ваш трейдинг сразу начнет радикальным образом меняться, и вы будете, у вас не будет причин быть эмоциональным. Да, эмоции будут здорово, и не надо от них избавляться, но в большинстве случаев у вас просто не будет оставаться места для того, чтобы быть эмоциональным, у вас будет последовательность, а мозгу нужна последовательность, ему нужно, чтобы было понятно. А мы и так торгуем в неопределенности. А если вы еще придаете собственное, высказываете собственное мнение, да, и оно накладывается на то, что вы видите, начинается конфликт, вы должны доверять только тому, что вы видите. Да, и затем это приводит к действию. Если здесь вклинивается собственное мнение, отношения и так далее, то действия, они либо разные, либо их вовсе нет, и вы в ступоре не можете принять решение, либо принимаете его на эмоциях. Еще раз, вернитесь к тому, что вы видите, доверьтесь тому, что вы видите. Очень часто у трейдеров, которые у нас начинают, мы видели ситуацию, когда система приносила там, ну, условно, 5000 долларов, а трейдер делал минус там 500, минус 1000 долларов. Из-за чего? Из-за своего мнения, из-за того, что то, что он видел, прямо, я не знаю, противоречило тому, что он думал. То есть он думает, что цена пойдет вверх, а система ему говорит вниз, и он говорит, ну, и он ждет подтверждения, когда будет вверх. И он ждет, то есть вы хотите быть правыми. Для вас это важнее, эго, важнее. И я не исключение, у меня такой был 3 года. 3 года. Система одна, система другая, система третья. Это не имеет никакого значения, как только она у вас появилась. Как только система появилась, все, это перестает иметь значение. Все, что имеет значение, это то, как вы внедряете и используете сигналы этой системы. Вы не можете контролировать конечный результат в каждой сделке. Я тоже. Мы не можем знать, что произойдет далее. Но мы точно знаем, что мы должны делать, исходя из вероятности отработки наших сигналов. Конечно, мы должны проверить нашу методологию, нашу систему. В системе мышления проблема, а не в системе торговой проблема, либо стратегии. Да, я согласен, что система методологии должна быть простой максимально. Да, как, допустим, вот системе, к которой я пришел, Cluster Trader. Да, сила сигнал номер 1, сила сигнал номер 2, сила сигнал номер 3. Вход. Выбираешь только по тренду, против тренда. В любой рынок, любой таймфрейм, и причем один таймфрейм, тебе не надо прыгать с таймфрейма на таймфрейм. Абсолютно подходит мне лично, да. Трейдерам, которые у нас торгуют, да. Трейдерам, которые у нас тестируют, проверяйте, насколько вам этот стиль торговли, да, подходит. Вы, если впервые смотрите, тоже можете протестировать систему. Для этого нужно пройти по ссылке к этому видео и выбрать продукт тестирования. Тогда вы попадете в закрытый чат, где будете видеть, как мы торгуем в режиме реального времени, как все это внедряется со всеми лоссами, тейками, ситуациями, разборами и так далее. Да? Но в большей степени это психологическая игра, но никак не техническая. Если видео было полезным, лайк, комментарий, делитесь с друзьями. На этой неделе, в воскресенье, выйдет видео по сделкам наших трейдеров на будущую неделю. У наших трейдеров были потрясающие профиты по австралийскому доллару, причем достаточно быстрые, о которых мы говорили как раз на выходных предыдущих, и по фьючерсу WTI, нефтяным фьючерсам. Хотя рынок пытался выносить стоп-лоссы, но немного не дошел, и удалось сгенерировать большие профиты. Посмотрим и на нефть, и на золото, и на какие-то валютные активы. Если вы хотите посмотреть на свои какие-то инструменты, пишите внизу в комментариях, я их добавлю в обзор, если действительно вам они интересны. Все, всего доброго и до встречи. Пока.